net on the top? Would you do that? А, ну, не, like that small. Ага, ну нет, ножки, просто базиковые. $50 is set, right? Mm-hmm. Тяжелые, каменные такие, холодные, $50. What about this one? This looks 60. Like 60, 60. Mm-hmm. Together with small, no, no, it's separately. Maybe. Nah, I don't think so. Funny. Maybe. Maybe. It's $60. Я говорю, вместе с маленьким или нет. This one. Вот такие под старину. $30. Вот это $30 стоит. Так. Honey, do you feel like you are on the cemetery, no? You visit cemetery, no? Let's go. To... Honey, ложись. Lay down on the flowers, honey. May he rest in peace. Wait, how much? $10 вот такой вот кулечек. Они дорого в этих. И Майкл, еще магазин Майклс есть подобный. А тоже такой семитерский кладбище. А? Yeah. А, тоже в этих магазинах можно получше купить. Да, тут надо будет like this one. Божечки. Девочки. Ну точно с cemetery. Ask what price is this, honey? You don't see? There should be one there. Да, они все одинаковые, сейчас скажу. Это маленький, но. Это $1.49. $1.49. Ой, ужасно. У них, кстати, и выделано неплохо. То есть здесь качество плохое. Здесь все, no price here. Listen. No price. Forget about. Мы такое покупать не будем. Во всех других. Вон, trees. Вот там вот. Раскритиковала весь магазин. Все напишут мне. Раскритиковала. $120-$130. Ханя, довези березка. Говорит, вы скучаете? Спрашивают, вы скучаете по русским березкам? Березки, девочки, мальчики, есть везде. На вашей ширине, широте. В любую страну на широте заедьте по глобусу, и там березки. Вот. В Африке, конечно, с березками, по-моему, сложно. Вот у них надо спросить, они скучают по березкам. Вот чего-чего, а? Деревьев всяких полно. У нас берез здесь нет. Не, во Флориде берез нет. Значит, скучаете? Нет, не скучаю. Почему я скучаю? По селедке. У меня какие-то такие приземленные скучания. Вот это not bad this one, а, honey? Ну вот это еще композиция, видите, там такие цветы, еще и пальма. Не, бамбук. Бамбу, you see? Bamboo is 130. 130? That's 130. No, this one. Yeah, I don't know this one. А, this more expensive will be. Тот 130. Знаете, вот этот piece of shit стоит. Honey, it looks like somebody here. И там березки. Ну там в горшках других березки. А здесь березка в таком горшке, видели? В зависимости от горшка будет стоить и березка. Ой, Ханя. $7.99. Есть $8, тот маленький $2. Они здесь очень часто на распродаже уходят. Вообще в любых магазинах. Этот у нас $15. Цветы. Ну, может так ничего. Но надо подбирать, надо подбирать. Honey, вот. Oh, yeah. Вот такие на эту поставят. Ну, вот это красивенькая, нежная такая. Во Флориду рум как раз, в ракушке, да? Nice, huh, honey? Is it? No? This one? Yes. In shelf. Пошли, honey. Oh, this one. Вот this бамбук этот, 130. 130, but and flower pot the same, right? No? Yes, sir. It's like the same. It's the same style. Yeah. Бамбук нашли, который был наверху. Ага. Ну, это белые. Неописуемая красота. Так. Мне напоминает... I feel like I'm in Home Depot inside, right? А? В Home Depot свежие цветы. Я говорю, я чувствую, как... Ой, какие они вот эти вот. А ну, touch this, honey. Как живые, слышите, на ощупь. Прямо мокрые. Yeah, nice. А? Такие красивые.
Ой, какие подсолнухи, боже мой, подсолнухи. Так, подождите. Значит, мы идем вот к этим горшкам. $30, right? $29. $130. $130 этот горшок стоит искусственный кустик. Слушайте, очень дорогие горшки. Ой, один что-то розовый, and color, или так мне уже в глазах от цветов, может, отсвечивает. Ой, господи. Ну ладно, значит. Ага. And you're talking about these for the patio, though, ah, right? This one over there, the same, yeah, same, yes, the same. Maybe just taller on the top. Yeah, maybe. Yes, higher. It looks like maybe. Okay. Let me see. Money. Sure. Oh no, березку. Yeah, I see. Okay, девочки. Значит, надеюсь, вам понравился область семитерий и горшки для семитерий. Всяко разное. А ну, пошли горшки сюда посмотрим. Они come here. This one, you see, wow. Oh, this big. Shiny, ага. Shiny, блестящий. Shy, это застенчивый. Застенчивый, про человека. Говорит, he is shy, да? Он застенчивый. А шайни это блестящий. Так, слушайте, смотрите, какая. О, еще там горшки. Хани, do you see? Хани, do you see this nice? Вау, Jesus. А грубые такие, слушайте, тоже. Вот этот мягенький, вот этот nice. Touch this one. Не, yeah, soft. Nice. На хамаль за $200. Вот этот под низом, они все по 200. Так, веселенький такой, ой, веселенький, ну это, ой, вообще, а такой какой-то коржавый такой, Ханя, ой, ужасные, и ковры в этих магазинах есть хорошие, можно купить, притом во всех, вот даже в Рос зайдите, там, в TJ Maxx, где-то в таких магазинах, где они, да. Ой, гляньте, смотрите, выцветший. Вот это еще вроде кислотой, хлоркой помытый. Ну. This is very colorful. Oh, yeah, yeah, that's nice, big. Ooh, huge. How much is this? 80. $80, ничего себе. Да, not bad, yeah. Так, а... Oh, but this is honey. This is together or just one? $80. No, they're just one, yeah. Just one. Окей, а ну пошли-ка по этим сейчас, по коврам. Пока врешь, мы пока врем, они пока врут. И мы идем по коврам. Слышите, загнутые углы уже видно. Home Depot еще вот. Home Depot в Ловсе. В Ловсе я не помню. Home Depot. Хорошие ковры, классные. Да они вообще во многих мебельных красивые. Но не здесь. Они уже видно, что... И там такая же цена. 200. Ну, может, там немножко дороже будут, потому что качество лучше. Ерундовый магазин. Гляньте, сверху, да, лежит. Я вам показывала плесневой хлоркой выпаленной. Ужасный. Так... It's not bad color, gray, crazy, yeah? If color, этот форма еще ничего, а цвет, цвет дурацкий. Ой, смотрите, здесь какие, это не перевернутые, this turnover, right? Перевернутые ножки. А вот этот, ой, страшный цвет. Такое впечатление, что специально этот магазин весь сделали погрубее, пострашнее, из-под топорика, и навешали большую цену. Что-то смесь какая-то бумага. Ой, тяжелый. Ну, правда, там 3 штуки. Колонны. Подставки, подставки под горшки. На них. А что хочешь на него поставь? $25 колонна. $25, девочки. Смотрите, консоль какая. Вот эта консоль классическая, хорошая.
$25. А, еще в горшки. Сейчас мы еще в горшки пойдем. Honey, do you see decor like some columns? Ага. Вот эти я терпеть не могу, как они ставят их все эти на, в траве. Ну, такие горшки. Вот. Пластик. This plastic already, right? Пластмассовый. Yeah. Вот такие горшки. Let's go farther. Yeah. О, вот такая. No, this where is. Ah, like a base. Yeah. You can use. Вот. So you put the fire in it on the patio. Oh, fire, right? For fire. Это для огня. This too. $100. $99, honey. Put your chute up. For the smoke to go out there. Yeah. Smoke out. Smoke. Deep. Yeah. Ну, это вот эти всякие верандочки с цветочками, эти всякие совы. А совы всегда у них эти. Они у них. Is it temperature? Ага, значит, это только. А по Цельсию. А, и Цельсий есть. This is Celsius. И Цельсий внутри Фаренгейта, и Цельсий. It's for grass, honey. This for grass. I understand. Для траву вставлять. В траву вставлять температуру. Yeah, not bad. Honey, do you see this one? Такие всякие горшочки. Варискашка. $50 горш. Не, эти не 50, эти 30, там $50 тем больше. Ну, в принципе, можно выбрать. Ладно, с горшками еще куда не шло. Так, это все для птичек. Тут поилки эти, для стрекоз. Поилки, кормилки, кормушки. Кормушки, поилки. Декор для сада. Лопата штыковая для сада. Кресло пластиковые для сада. О, Санта-Клаусы. А нет, это гномы. Санта-Клауса мастера или Санта-Клаусы. Но гномы. Welcome. Это около хауса. Она это ставит на крыльцо. Гномы, не я. Ханя, это ты? Вот это вот точно выглядит так. Ханя. That's not useful when you were sleeping as well. No. Это говорит. Really? Yes. Когда ты спишь, говорит, хрюкаешь. Morning, yeah. Это неправда, девочки, не верьте. Да, ну он вам расскажет. Вот сейчас, чтобы я еще хрюкала. Honey. This is cute. I think this is cute. It's flying. Ah, oh yeah. And this is cute. Yeah. Three little pigs. Да, с камечком, да. Ставят они все это на утас. Yeah, I wanted to bench. You remember? Let's go, honey. I'm tired already. Господи, этого магазина не будет конца. Опять поилки, светилки, фонарики для электрические свечи. Или на батарейку свечи. А, вот this one. Смотрите, какая красивая. Цвет, конечно, бешеный. А, есть красненькие такие. Lights. Так подожди, они там... Они с лайтсами или с чем? Хани, вот это. А, там эти, как их, лампочки. Там лампочки. А, и на батарейках, да? Батарея. Careful, don't break. It's one or two. So this is to make it higher, if you like it higher. Yeah. Extra для
сделать повыше. Ага. $15. Вот такую длинную сделать. И вот такую. Ганька, красота неописуемая. Как светильник ночью. И батарейка сюда вставляется. И есть красненький. Один такой остался. Один такой остался. Красиво. Ну ладно, нам это не надо. Вот еще один. Вот это глупейший такой. This bad. Шарик. Шарик. Umbrellas. Зонтики для двора. Зонтики для двора. Так, стойки для зонтики. Крутилки-вертилки для двора. Флюгеры эти. Все, здесь пустые полки. Ханя, неужели кончился магазин? Я. А многие еще вешают эти, которые дребезжат, ну вот эти, глюкают. И нет покоя вообще в доме. Многие их завязывают или вообще снимают. Или что-то их куда-то там приспосабливают в другое место. Но только не... Это подушки на садовые эти кресла. Но только не во двор. Особенно если близко к окнам. Да еще на той стороне, где спальни, там или как. То очень здесь плохое дело. $80 скамейка. Садовые эти вот такие. Вот такие. $80 они стоят. Вот. Wood. Если wood, это $100 стоит, потому что wood. Вот это дерево. Вот. This one I like. White. Стульчики. Дрык. Такие. They call it the White Rose Bistro. White Rose Bistro. Господи, белые розы. Bistro. Okay, Bistro. Белых розах. This one. Do you see this one, Pablo? 130. Ой, тяжелый. Heavy, а? Touch. Heavy. Оно лист. Very heavy. It's just nice with it. Ага. Так, ну вот вам. Oh, this nice. Yeah. Metal, right? Cushions. Cushions, это подушки для снаружи кресла называются cushions. Они никогда не называются подушки. Вот у нас подушка, везде подушка, да, у них cushions. Вон они, cushions лежат. От слова кушать. О, все, вот эти вот еще часто здесь эти стариной же так они это самое, что эти корыта. Вон к 4 июля декорейшены продаются. День независимости 4 июля в Америке. Декорейшены продаются. Всякое. Опять мебель плетеная, только пластиковая. Тоже дотрагиваться не надо. Иначе засунется что-то у вас. Или пояс, или штанина, или что-то. Вот. Вау. How tall. Как они будут падать эти легко. Эти вазы. Боже мой. See, you put these in the corners in the patio too. Yeah. Maybe yeah, you like put outside. The tree. Maybe you mm-hmm. put the tree in on, but mm-hmm. not that so much Бидончики. Так, все это ставится в саду. Корыта. Все ж под старое лего. Старые корыта эти американские. Garden написано. Сад. Садовые корыта, значит, эти вот эти всякие бидоны садовые ободранные, да? Делают же ободранным. Чтоб красиво было. Они его на хир еще. О, this hour. No, this one I wanna. Come here. Или мы тут уже с вами были? Мы были здесь уже или нет? Синюшная вся, ультрамарин.
Gold. Мама, золото. Все в золоте. Ой. Такое все. Ой. So let's go. This эти диваны с подушками. Свечи и подсвечники. Это здесь свечи, а здесь подсвечники. Здесь натурально. Но здесь пахнет хорошо. Не, есть и электрические. Вот они, 3,99, две штучки. Ой, их везде в магазинах полно. Говорит, некоторые свечи по запаху, там написано, говорит, этих мух отгоняют и комаров. Вот здесь good. Вот эти вот еще пахнущие. Но вот эти ничего, они натуральные. Здесь эти всякие растения могут быть собраны. Но не утверждаю, что все. Ну, там шишки и всякое это. Но они еще и пропитанные бывают чем-то. Может, даже не натуральными пропитаны. Пахнут. Просто вазу высыпаешь, да? И красиво. И красиво, и пахнет. Это фонтаны. Мы уже здесь с вами были. Их, мы их смотрели. Honey, let's go, пожалуйста. Wait, I know, this one. Глобус. Я давно хочу в этот, в кабинет в наш глобус. Но не такой, хочу подробный. И большой. Вон здесь вообще it's надо лупу брать. Москва. Москва. No, correct, correct, this one. Yeah. Что-то, listen, что-то они правда. Санкт-Петербург here. This one. Нету красивых. Хочу большой. Подробный такой, географический такой. Этот, хотя он нафиг он нужен, пылиться там, но хочется. А, exit. Exit это этим. Выход. Все, мы побывали. Вам показали. Фонари вот это все. Вам показали, пошли. Пластиковые контейнеры кухни. Здесь даже кухни немножко. Термосы. Термосы, бутылки. А, кастрюльки. И кастрюльки здесь будут, и сковородки будут дороже стоить. И ничего у них тут хорошего нету. Набор. Три писиса. $50. Ну, правильно. Это раз, два, три, четыре писиса. $40. Вот там вот. Ну, чайники. Ножи. Yeah, yeah, that's very heavy. Mm-hmm. That's for блины, honey. For fried блины. Yeah, no, they have smaller. Ну, все. Ой, девочки, на сковородке мы с вами смотреть не будем. И знаете почему? Потому что 50 сковородок в доме, это, конечно, это не предел, но сверх нормы. Предел будет, если 500 сковородок в доме.